В плані масштабірування відстаємо від Російської Федерації. Що у ворога на двадцять рік? На місто новоруського бітового з'явиться новий руски. Буває, боєць потрапляє в плен або погибає, і росіяни ще групу батальйону читають місяць. Ну що ж, ми продовжуємо. Вітаю наших глядачів. Друга частина, як ми обіцяли, як і анонсували. Нашої розмови про технології будуть бліц запитання про те, хто проспав підготовку, як все відбувається на Росії, та як ми всі разом можемо ефективно технологіями зупинити ворога і зберегти життя нашим людям. Мені хотілось почути від тебе тенденції по технологіям у росіян на 24-й, можливо, частину 25-го року. Тобто, що ти бачиш, основне куди вони рухаються. И mm это -hmm. дасть возможность сразу думать про контрмеры. На самом деле я хочу еще досказать к предыдущему вопросу. У меня как про раз... миллион дронов? Э, Нет, ну это мы, да, это мы еще обсудим. К предыдущему вопросу давай про миллион дронов. У нас столько вопросов рождается. Э, у меня брало интервью немецкое издание, там достаточно известное, то есть о роли, например, э, как эта война поменяла обыкновенного простого человека, мирного жителя. И им очень зашла такая фраза, понравилась, то есть они ее акцентировали о том, что война похожа на зомби-апокалипсис где отпадают все теоретические знания, кто ты, например, там, менеджер по продажам, что ты умеешь, то есть и остается только, что ты лично сам умеешь делать руками, что ты знаешь, то есть и Твоя ценность зависит только от этого. Не от того, там, да, в мирной жизни очень важно, там, когда ты там, юрист, там, продавец, еще кто-то. Но когда возникает критическая ситуация для страны, поэтому я тоже призываю всех э, телезрителей и зрителей, которые нас слушают, инвестировать деньги в себя, в том числе и в понимание развития современных вещей, как вообще это происходит. Потому что наши, даже те же дети подростки, они очень продвинуты. І развитию по фірму ролінням і нужно допомагати от в этом. про пройдіть, мільйон дронів. Пройдіть, пройдіть такмет, Я кажу завжди: пройдіть такмет, навчіться літати на симуляторі. Вдома це ж може кожен поставити собі симулятор в дрона літати. Подивіться курси по збірці дронів. То дуже багато інформації є просто в Ютубі, яку можна читати, дивитися або можна проходити навчання безкоштовно. Люди часто думають, що для того, щоб підготувати себе до війни, це обов'язково якісь космічні гроші. Не завжди дуже часто можна вдома сидячи на дивані дійсно читати, вивчати. І я рекомендую читати канал Сергія, щоб розуміти тенденції ворога. І я рекомендую інвестувати час для того, щоб готуватися, тому що повністю згодна, що на війні. Важливо, что ты умеешь практично для того, чтобы ты и твой подраздел выжил. Про миллион дронов, если... Потому что я Давайте. даже не могу пересчитать, какое количество журналистов и людей меня спросили там. Это одна из вот. наиболее часто заданных мне вопросов за последние два месяца, понимаешь? На самом деле люди не совсем поняли, что посыл был не фактически брать там и собирать дроны. Посыл был в том, что каждый житель нашей страны должен инвестировать себя, быть готовым к единой цели, то есть помощи нашей армии в том числе, да, то есть не каждому там дано, да, собирать этот дрон. То есть это было просто понятие о том, что мы все вместе можем всей страной что-то сделать для защиты нашей родины. Это вот как сейчас я привожу пример, там ставьте себе приложение, которое позволяет отслеживать там э, ракеты противника и шахедов, потому что это роль каждого человека, хотя бы маленькая роль, которая по капле, это как мы все донатим всей страной. Ну а вот вот тут... что может сделать каждый, что у нас был миллион дронов? я верю на правде, в то, что нам потребно, и знаю, что потребно значительно многие... больше, ніж миллион, а там 4-5-6 миллионов на правде С, а миллион... С миллионом дроном была какая проблема? Проблема была в том, что многие люди говорили о том, что я готов это делать, я хочу это делать, у меня даже есть какие-то знания, у меня нет денег начальных на закупку комплектующих первичных. например, 300 долларов я не найду, не вытяну из семейного бюджета. Тобто, э, афіширував меседж про мільйон доларів, ми повинні були подумати про тому, як можна людям видавати ці комплектуючі для того, щоб вони могли збирати. для многих, вот это це найбільша проблема. Знаєш, як це вирішили в Житомирі? Мене набрав мер Житомира, побачивши наш народний FPV власне, і можливість безкоштовно навчатися, і сказав, що ми проголосували в міському бюджеті, що мешканці Житомира отримують за закомплектуючі компенсацію. Зараз наскільки мені відомо, до цього. Підключилися ще в одному українському місті, по-моєму, в Куп'янську, і це може бути класною ініціативою, коли наші ж податки, які ми платимо в місцеві бюджети, можуть йти не на бруківки стадіони і там парки, та, а можуть йти на те, щоб люди могли закупляти комплектуючі, створювати дрони для фронту після тестування, після протоколів там перевірки, якщо цей дрон дійсно справжні справді надійний, якісний і е, 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 їде. изыщу там танки ворога, люди на компенсацію. Я по этому вопросу консультировал мэров нескольких городов достаточно крупных, которые меня спрашивали, что у нас громада э, нас атакует и говорит, давайте собирайте в пиве дроны, расскажите, как эта модель всю построить, потому что мы не можем за бюджетные деньги многие вещи, у нас есть статьи там финансирования и так далее, мы не можем зачастую просто это по документам там провести. И я им объяснял. Э, что вы можете сделать? Первое, вы можете учить молодежь это делать, просто детей, школьников, поднимать их уровень, потому что наши дети это инвестиции в наше будущее страны. И на это у вас есть целевые ресурсы. Да? Второе, то есть не надо организовывать там, сбор дронов где-то в едином месте, потому что, когда производители это делают, то производители умеют это прятать и они знают, какой там персонал работает, кто эти люди. Если мы делаем место публичной сборки громады, сегодня один прошел, другой прошел, то есть типа это риски всегда, что кто-то про это место узнает, и будут потом проблемы. Поэтому самый идеальный кейс для меня – это датирование. Это когда каждый у себя делает где-то дрон, может даже один, два, три, четыре маленькими кружками, но они получают финансирование по житомирской схеме. То есть когда им Э э мэрия компенсирует это. И плюс я говорил о том, что так как мы не знаем, контроль качества дронов очень обязательный, поэтому э если мэрия или какой-то глобальный э местный орган решил организовать этот процесс, он должен заключить с кем-то договор по контролю качества, угу. то есть чтобы вот эти вот э э значит? собранные дроны просто пошли прошли облетные испытания и чтобы войска приехала качественная продукция. То есть на самом деле, если чиновник какой-то хочет решить он это решит. Если какая-то есть пословица, там, у миллион причин. То есть, если кто-то не хочет этим заниматься, он найдет миллион причин, что у него есть какие-то проблемы. И... Mm -hmm. Вот сейчас мэры из Ассоциации Мест послушают наше с тобой интервью и по всей стране начнут долучаться к Ажитоморскому дрону. Мы сделаем такую платформу «Народный дрон», будем тестировать, передавать. Я тебе хочу сказать, что по «Народному FPV» mm -hmm. сейчас у нас больше 20 тысяч людей зарегистрировались на курс. І зараз до тисячі вже дронів передали із них вже дуже багато відеопідтвердження реальних уражень цими народними дронами, да, здавалось би, там десь зробили просто на кухні, але вони випалюють і знищують мурами мінометні розрахунки, пікапи. От і навіть є підтвердження по БМП і танкам. Звичайно, що на БМП і танк йде там не один, не два дрони, переважно там 6 7 але ці от прості звичайні дрони mm -hmm. там зі всієї України і часто складені навіть там старшокласниками чи пенсіонерами, вони зараз активно знищують російську техніку вже на мільйони. Ну ми, коли говорили про мільйон дронів, ми говорили, пріжжов, масштабування, щоб увеличувати глобальне количество, як я вже почав в початку сказав інтерв'ю, що у нас є, скажем так, в плані масштабування ми відстаємо від Російської Федерації. Що у ворога на 24-й рік? Ну, они делают в первую очередь все те же акценты по технологиям, которые они делают. Это шахеды, которые модифицировали в Герань, то есть они масштабируют производство, анонсировали новый завод, новое производство, и по количеству этих шахедов, которые летают, мы видим, что их становится больше, да, то есть их не становится меньше, поэтому э, этим они будут продолжать кошмарить э, нашу инфраструктуру, критическую инфраструктуру и военные висковые объекты, то есть они сейчас э, изменили тактику, они, к сожалению, учатся, они научили применять более грамотно шахеды, то есть это не те уже русские, которые были год назад. То есть это... У нас был, кстати, какой-то там карт-бланш, пока они абсолютно по-глупому их использовали, сейчас становится все сложнее. Они используют новые технологии, о которых я рассказывал, это помещение модемов на шахеды, сим-карт на шахеды с сим-картами, Недавно прилетел модем с камерой Wi-Fi уже к нам. То есть шахет, который летел сюда, он еще и снимал по дороге все. То есть это, ну, говорит о том, что они прощупывают разные варианты, используют и на этом не стоят на месте. Поэтому это опять же будет ударная БПЛА в первую очередь. Второе, это наращивание производства у МПК это тех же самых КАБов, как мы их называем. То есть это эффективное оружие, пока они не видят, что у нас есть эффективные меры противодействия. То есть они нашли нашу слабину и будут опять наращивать производство в этом направлении, брать со складов эти авиабомбы, переделывать их так дальше, наращивать производство FPV. То есть и вопрос... Шахеды, Кабы, FPV еще Шахеды, Кабы, FPV и э, не знаю, смогут ли они поднять тему РЭБа, окопного или нет, потому что на данный момент... Э, я даже, знаете, их немножко люблю троллить на канале у себя их, и вот я, потому что у меня на канале много, естественно, как мы говорили, россиян, которые читают все это дело, я пользуюсь случаем, вот, иногда что-то адресую даже в их адрес, вот, и я говорю, что смотрите, Россия огромнейшая страна с огромным ВПК, в котором работает там 50 предприятий, Научно-исследовательских институтов в области РЭБа, да? то есть у вас наименование РЭБа там сотни аппаратных машинных. Как вы считаете, почему за два года войны ни одно российское предприятие не, на, не наладило выпуск малого РЭБа, чтобы прикрывать свою пехоту? При том прекрасный стационарный РЭБ. Да. И дал им на вариант ответа: санкции, нету денег, и правительству России просто пофиг на пехоту. Ну, естественно, все проголосовали, включая россиян, самих же, на последний вариант. То есть это, наверное, ответ на тот вопрос, что для них люди – это расходный материал, то есть их не интересует, скажем так, что будет с их пехотой. То есть мы за это переживаем. Вот же, перед тем, как мы перейдем до Блицу, запрошу глядачев подписываться на этот канал, потому что на нем мы будем вот с такими людьми, как Флеш. І інші професіонали, які займаються військовими технологіями, ми будемо займатися однією історією. Ми будемо популяризувати технології серед людей. Ми будемо намагатися увагу людей, яка часто переключена на щось неважливе, на ці смішні і нерозумні заголовки, про те, що ось ось там Путін помре, Росія розвалиться, і вони всі чмобіки. Ми будемо розказувати про практичні речі, про технології. Тому підписуйтесь, якщо вам це цікаво. Якщо ви хочете дізнаватися таку, можливо, жорстку і неприємну, але реальність, це дає можливість вже відштовхуватися і планувати, прогнозувати майбутнє, і робити його більш передбачуваним. По передбачування, давай я е... ще скажу одну важливу? Важний такий посил, на який я опіраюся в своїй діяльності. Да? Тобто я вважаю, що. Что... Задача уничтожения россиян как личного состава, она важна, но для меня не приоритетна, потому что на место нового русского убитого появится новый русский, на место его появится следующий. У них большой мобилизационный ресурс, ну, по крайней мере больше, чем у нас, и работает вся эта принудительная система очень активно, поэтому э, личный состав у них будет появляться. И я направляю свои силы на то, чтобы сберечь, наоборот, на жизни нашим солдатам. Потому что у нас этот ресурс ограничен. И если они из жизни своих солдат, как мы видим, зачастую вообще ни во что не ставят и не ценят, мы своих ребят ценим. Поэтому мне, скажем так, менее важно, чтобы погиб русский. Мне важно, чтобы наш выжил человек. И это как раз достигается рэбом, рэром и всем-всем остальным. То есть мы та страна, которая заботимся о жизни наших военных, и на это должны направлены быть наши все усилия. Абсолютно вірно, і це досягається, я думаю, вже всім очевидно. Ну, в більшості, принаймні, через технології. На жаль, це не було чуто в ті роки, коли там, я особисто знаєш, приїжджала з своїх перших завдань десь там в 2014 mm. році на Луганщині. Я пробувала цю тему піднімати ще тоді. Тоді ця історія не стала такою популярною. Зараз я бачу, що все більше людей в це включається. І е, я привожу завжди один простий приклад. Що все на війні поділяється на причини і наслідки. От виїжджає російський танк на позиції і починає. Він коштує пару мільйонів доларів. Але наслідки від його обстрілу: сотні вбитих, поранених, може бути зруйнована інфраструктура, виплати mm. сім'ям, медичні операції, etc., да, Спалена техніка це все наслідки. А причина це російський танк. От його треба взяти і там знищити тим же FPV-дроном, наприклад, а, чи аналогом ланцета, який коштує там. В півдрон 300, 400, 500 доларів. Там і е, в мене зв'язку з цим питання, зараз все більше тенденції до автоматичних оптичних систем наведення і навігації. Що ти бачиш у росіян і у нас, але дуже коротко. Насамнав на самом, на, на самом делі іскусний інтелект і машина зрення оно доступне і звісна ця технологія достатньо давно. В всіх странах все це розвивається. Ми говоримо про машинне зрення, іскусний інтелект в двох напрямках. перше це розпознавання цілі глобально на полі боя. То есть анализ распознавание, мы здесь хорошо продвигаемся, мы делаем такие системы. То есть у них тоже есть такие системы, они публично об этом рассказывают. Вторая часть это машинное зрение, это элемент некий, это примитивное, это, скажем так, даже не там никакие там искусственный интеллект, это захват цели, удержание цели, доведение до целей. То есть позавчера на канале Стерненко был показан первый полет украинского FP-дрона, который поразил российский танк. Вот. И это просто фантастично. Это то, что мы сделали раньше них днем. То есть они взорвались по всем каналам, реакция о том, что у нас тоже такое есть, но никто не смог показать видео, что у них такое есть. То есть телезрителям нашим, этим тоже зрителям это важно понять. Расскажем? Ну, давлячись, что? Нет, расскажем о том, что это такое, потому что не все знают. То есть летит FPV атаковать технику. И вот если на последнем э, этапе подлета FPV потеряется связь, Ты видеокартинка... до не? Да, видеокартинка потеряется, то дрон просто упадет в никуда. Да? Если пилот э, на этапе подлета обозначит эту цель, выделит, то дальше мы не переживаем. Там пропадет картинка, изображение. Вот так случилось на видео Стерненко. Летел наш FPV дрон атаковать российский танк. Россияне на последнем этапе подлета подавили э, РЭП. Но наш, скорее всего, Лалека сняла сбоку, как все равно FPV поразил танк. Он его захватил и поразил. И это технологии будущего. И такая же технология есть для навигации, потому что мы понимаем, что рано или поздно РЭБам будут закрыта вся территория Российской Федерации. Они судорожно это делают мы закрываем свою территорию, и ударные БПЛА просто не смогут ориентироваться на территории, как поражают цели. И тогда придется искать какое-то решение. То есть и я вот сейчас встречаюсь с нашими украинскими производителями ударные БПЛА, которые делают наши изделия, которые летают туда, на Россию. То есть и они это понимают тоже, и мы думаем, что предпримет россияне, и что припримем мы. Как мы в будущем сможем ориентироваться на территории противника и поражать там цели, благодаря каким системам. И тут играет роль оптическая система наведения распознавания, которая уже есть частично в крылатых ракетах, которые умеют ориентироваться по картинке снизу. Также мы будем пытаться внедрять эти системы для того, чтобы ориентироваться на чужой территории. Пять финальных вопросов, Дуже коротких, блиц. Я задаю одно питание, ты отвечаешь буквально два-три речения максимум. Первое. Почему в Украине на двенадцатом году майже відсутні у комплексні комплексные, хоча бы базовые материалы по радио для військових на фронте? Они существуют в виде закрытых пособий, которые выдают либо в ЗСУ, либо дают ребятам после окончания учебных центров. То есть многих нет в открытом доступе. Вот, ну мы стараемся это дело исправлять, и многие ребята пишут эти материалы. К сожалению, количество русских материалов, которые появляются у них, тоже большое. Другое. Чи є в тебе ком'юніті, до якого можуть додаватися зв'язківці, військові, фахівці з аеророзвідки для того, щоб отримувати певні професійні поради? Так, да, У мене є група, куди я з першого дня війни об'єднав всіх воєнних звізів України. Там набралось тисячу человек сигналів, после цього з'явилася інша група, що тисячі сигналів група РЕП РЕР. И если, например, я не особо боюсь какой-то утечки в группу военных связи, то что мы обсуждаем технические вопросы по связи, да, консультируем друг друга, то у меня есть закрытая группа FPV, пилотов, боевых пилотов, где я лично каждого человека проверил по военным данным, 100% убедился, что он относится к ЗСУ. То есть и мы там делимся всеми современными инновационными решениями, мы там отслеживаем, что происходит по фронтам у россиян, Щоб не упустити чого либо то, що є у них. Ти ж розумієш, да? тобто все одно хтось міг втратити телефон, потрапити в полон, когось могли взламати. От У в нас, в Вікторій Дронс ми стикнулися з цією ж історією, тобто ми верифікуємо в певних каналах там, виробників, наприклад, всіх, але потім чи там, пілотів, да? але потім ми розуміємо, що людина може потрапляти в полон, і угу. на таких великих масах людей ми не можемо гарантувати. Тому від адміна, от, я періодично роблю таке оголошення, і колеги, що якщо ви хочете. Поширити щось дійсно секретне або якусь співпрацю особистим дзвінком, відео перевірка, конкретні питання, ви можете один одного, самі маєте перевіряти, тому що це ваша відповідальність. Тобто, все одно на таких великих масах людей ми не перевіримо. Я тебе скажу це саме часто причина утічки інформації. Ми всі знаємо, наскільки у нас працюють горизонтальні зв'язки, наскільки у кожного військового є групи в сигналі. группа роты, взвода, батальона, общих друзей. Вот. И в этих группах никто не ведет учет зачастую, кто в них состоит. И поэтому бывает, боец попадает в плен или погибает, и россияне еще группа батальона читают месяц или два у этого бойца. Это, это большая Тому проблема. Видеодзвенок, обовязковая верификация, проверить, что людина жива, здорова, отвечает на вопросы, что это своя людина. Еще несколько буквально вопросов. Что читать, дивитесь, чтобы быть в теме? На самом деле есть много открытых материалов, в том числе и по связи. То есть радиоразведка тут сложнее, конечно, но материалов есть много открытых, которые можно спокойно читать. То есть и я создал у себя сервер, я, правда, его раздаю только военным, в который я сначала полномасштабки внес абсолютно все документы, которые мне попадались, трофейные документы по российской технике, наши открытые документы собрал, единый такой каталог, весь софт, который был открыт. То есть я даю его, эту ссылку даю знакомым военным. То есть там нет ничего секретного, но я все равно не хочу, чтобы россияне этим пользовались, да, прямо там скачивали. То есть это такой каталог общедоступной информации, там, по тактике, медицине, саперному делу, то есть топографии и все остальное. Потому что у нас таких документов очень как бы много, но они зачастую раскиданы по разным местам, и у нас висковые их друг к другу пересылают, ну, вот так вот единая база, куда ты мог зайти, это все почитать. Много есть на сайте, там, об якщо поискати інформацію, тобто і учебників є, і и... настанова відкрита є однозначно. Ну і в нас, як я вже казала, неодноразово безкоштовно ви можете не пройти підготовку, як військові, так і цивільні. Вікторі дронс, благодійний фонд Дігнітас. Будь ласка, долучайтесь. Хто проспав підготовку, Сереж? Хто е відповідальний за те, що які помилки були зроблені, якщо дуже коротко, щоб їх не повторювати? Я не могу сказать, что проспали подготовку. Я могу сказать, что недооценивали, насколько в этой войне вдруг резко оказываются важными технологиями. То есть вот насколько вдруг на первое место станет БПЛА, то же самое. То есть насколько э, станет важным вопрос радиорозвития. Я сейчас, значит, дам, дам вырезки своих интервью 15-го урока. Радиоразведка – это стратегично приоритетный напрямок Мы воюем людьми, а не технологиями. Мы воюем вслепую. Ми не бачимо нічого. Ми воюємо вже другий рік, і в нас досі немає аеророзвідки. А це очі, це можливість бачити, де, де знаходиться ворог, які в нього плани, що він далі робитиме, звідки він нас обстрілюватиме. Якщо ми не будемо забезпечувати аеророзвідку, якщо в нас не буде цього, ми будемо все життя інвестувати в броніки, в каски, в берц. Ми маємо воювати технологіями, а не людьми. Ми зараз воюємо там, на рівні минулого століття. А зараз 2015 рік в Україні немає взагалі поняття військових безпілотників. Де я говорила про роль БПЛА? Чому, Ні, чому не Недооцінювали. Не Ми навіть е, там наших свізістав образно говоря. не готовили потенциально к тому, что сейчас мир современных технологий, уже никто не бегает с аналогами радиостанциями, никому это нафиг не надо. Что сейчас в связи с это наполовину там айтишник, который занимается программированием, в том числе радиостанций, для него это больше важно, чем там, то, что он учил когда-то раньше. То есть это просто, скажем так, устаревшие материалы, которые не оптимизировали, по, не актуализировали по подготовке. Два финальных питания. Будемо завершувати. Перед цим я скажу нашим глядачам, що поза, як ми будемо говорити про технології, я вас дуже заохочую долучатися до підтримки технологій. Тобто можна донатити, можна долучатися активніше, збирати дрони, запускати виробництва, там, допомагати розвивати. Цю тему поширювати цю інформацію. Я представляю благодійний фонд Дігнітос, і ми фонд найбільшої технологічної допомоги. Але я не типовий представник фонду. Я кажу: можете не донатити нам на фонд, можете донатити будь-кому, кому ви довіряєте ще, там, повернись живим, притулі, «Стерненком», кому завгодно, але донатьте саме в технології, тому що ми маємо працювати з причинами, а не з наслідками. Що буде далі по наслідкам? Как ты бачишь 24-й год, твоё прогнозування, какие мы имеем наслідки по тому, что у россиян активно развиваются технологии и будем мать? Ну, если мы будем вырабатывать уже сейчас контрмеры и заниматься разработкой технологий, которые делаем сейчас, то все нормально, мы будем держать с ними паритет. Но есть просто вещи, которые, к сожалению, не зависят от нас. Если у нас нет какого-то типа оружия который мы можем эффективно сбивать. Мы не создадим свой патриот быстро, но это все понимают. Поэтому мы зачастую тут зависим от того, насколько нас поддержат партнеры, в том числе боеприпасами, в том числе техникой определенной. И от этого будет меняться, скажем так, эффективность каких-то вещей более-менее. Но в любом случае, я думаю, что я не вижу предпосылок у россиян, что они закончат эту войну. То есть они, наоборот, стали на рельсы, они наращивают. То есть, скорее всего, это будет некий затяжной э, процесс, э, который, как ты, вот у меня спрашивала, что будет, я думаю, что наступит просто момент какого-то там перемирия в каком-то либо виде, да, потому что в любом случае они вымотаются тоже. Ну, невозможно очень долго финансово это тяжело, и мы вымотаемся и партнеры вымотаются. Ну, ты бачишь, правда, какие возможности провисания, да, заморозки? Любая война рано или поздно заканчивается либо концом войны, либо заморозкой. То есть все абсолютно войны в истории. Здесь не надо быть каким-то умным человеком, чтобы это сказать. Это лишь вопрос, через сколько времени это произойдет. Вот. И дальше я думаю, что мы на какое-то время заморозим войну, но наш противник будет дальше продолжать наращивать потенциал и готовиться к следующим агрессиям, возможно, против нас. Останутся какие-то варианты саботажа, полеты всяких БПЛА через границу, поэтому нам по-любому придется закрывать границу РЭБа, границу ПВО. Все эти технологии будут актуальны, они будут развиваться и дальше, и мы не остановимся. Потому что у меня многие спрашивают: вот может там прекратиться такое активное развитие? Нет, не прекратится. Пока этот конфликт существует в, там, в латентном виде, еще в каком-то виде. Развития не остановится технологии. Крайнее пытание, что нам всем работать, на твою думку, экс А я еще перед этим вопросом хотел сказать информацию, ну, не информацию, а то, что мне еще хотелось бы, ты вот спрашивал, что хотелось бы изменить мне в, в государстве. И это касается того, что я предлагаю сделать. У нас, к сожалению, есть очень большая недружелюбность между различными структурами. То есть это ни для кого не является секретом. И на самом деле в мире много где тоже это, такое явление существует. Мы все видим в кино, как у нас там ЦРУ не дружит, у нас не ЦРУ не дружит с FBI там, и так далее. Да? Но, Такая нездоровая конкуренция. Да, но отличает нас от них отличает одно. У нас война. То есть у нас война, и когда ты видишь какие-то там, скажем так, игры между разными организмами и структурами, то это ненормально. Когда структуры между собой не делятся информацией, а в частности не делятся разведывательной информацией между собой. Когда у нас, например, какие-то научные центры, которые должны что-то изучать, не получают трофеи, когда скрывается от кого-то информация, и более того, я даже шокировал, у нас даже бывает внутри структур, идет, скажем так, ну не знаю, как состязание, компетишн между двумя отделами, между двумя управлениями, которые не делятся между собой. У которых, то есть у нас э, один единый общий враг в стране, но при этом мы продолжаем на себя перетягивать одеяло в каких-то политических играх, в каких-то играх карьерного роста. То есть для меня зачастую это абсурд. Это ответ даже на вопрос, Почему у нас многие люди не учат других людей, ну почему, если ты обладаешь знаниями против России, почему ты не можешь научить, почему не может сотрудник там каких-то спецслужб прийти в ТРО и обучить ребят там тому, чего он знает, то есть как выглядят там сигналы какие-то, я просто не знаю, как это изменить, на каком уровне это изменить, то есть об этом все у нас в стране знают, да, но... Рішення я здесь не вижу. Це просто вот такое, знаєте, як соревнование різних підрозділів між собою структур. Знаєш, яке рішення я пропоную? Там, наприклад, тренуючи бійців, офіцерів там на полігонах, я завжди говорячи те, що і ти кажеш, да? тобто одним батальйоном чи одним хутором mm -hmm. війна не виграється і кожен окремо війну не виграє. Спосіб дуже простий: є крайні форми взаємодії, крайня форма е, значить, конкуренції це війна mm -hmm. між людьми. Крайня форма співпраці це сім'я. Ми зараз всі стали однією українською сім'єю. Тому має бути позиція найстаршого дорослого в кімнаті. То всі амбіції і образи треба скидати зі столу і виходити, де б ми не знаходилися. На полігоні, на бойових, в кабінетах ми маємо виходити з кімнати з одним спільним рішенням. Мені здається, що просто переступати через ці амбіції і бути найбільшим, скажімо так, найстаршим і найвагомішим да, дорослим. Це і є позиція відповідальна, не, не вдаватися в цю конкуренцію. Мені точно так само дуже неприємно ще в ті роки було бачити, коли в нас є ціль там, десь під Авдіївкою. Ми бачимо от конкретну російську там, техніку. Ми хочемо її уразити, але в нас немає чим. А в сусідньому підрозділу є чим. Але наш командир забороняє уразити, тому що почекаємо, нам підвезуть БК, і тоді ми уразимо. В результаті техніка російська поїхала, одному підрозділу не дали її уразити, інша не якби не. Ура, это ценно здорово конкуренция. Для меня, чтобы зрители понимали пример, для меня, который я лично наблюдал, вот есть поле боя, да, над которым э, висят БПЛА разведывателей. И, например, стоит один экипаж СБУ, летает, смотрит на поле боя, тут стоит экипаж Гура, тут стоит экипаж э, Сухопутки. Тут стоит экипаж ССОшников, тут еще. То есть они все, все работают на одной участке, да, но при этом каждый в интересах своего подраздела. Хотя, в принципе, эту информацию можно было делить между собой. И э, на некоторых участках фронта, но опять же, тут СРАБАТ нас просто спасает, во всем нас спасает горизонтальные связи. У нас военные, понимая вот эту бюрократию, понимая игры чиновников, они понимают, что нужно знакомиться со смежниками на горизонтальных связях, и нас это спасает, мы так решаем. Но, наверное, это не совсем правильно. То есть это структурно, на этом как бы далеко не уедешь. Меняются люди, меняются посады. 100%, но очень есть... важно, даже больше важно, чем Дрони і технології, це розмова з людьми Людень. і так. комунікація. Тобто дуже багато людей гине від Friendly Fire чи від якихось втрачається техніки, через те, що люди просто не поговорили там, зайшовши на позиції, не повідомили, не поговорили з суміжниками. Е, Дивись, все ж таки фінальне питання: що нам робити дуже коротко на 24-й рік, нам всім, як суспільство, починаючи від там знаєш, mm. людей, десь в глибокому українському селі, завершуючи топ-керівництвом. Ну, первое, первое, нам надо всем понимать, наконец-то понимать, что у нас сильный противник, с сильными ресурсами, и мы воюем не только с одной страной, мы воюем целой группой стран, да, и поэтому война может в каком-то виде затянуться, к этому надо быть морально готовым. Надо помогать нам, военным, продолжать как бы донатить. Я не понимаю, что нашему населению очень тяжело, потому что мы практически два года тянем с населения деньги. Дайте, 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 дайте. Нашему населению тяжело тоже жить. То есть, если еще висковые получают заработную плату, то многие э, гражданские, у них с этим проблема. Они уже много все поддавали, все, что могли. Поэтому им сейчас тоже тяжело. И поэтому сейчас это все трансформирует, что сейчас целевые деньги получают те, в которых люди верят. Вот если есть подроздел, который, это как вот работает там Спильнота, Стерненко, того же. Когда есть конкретно целевое назначение, куда люди видят деньги, уходят, видят результат, как помогает Мадиару, да. Потому что у Мадиара под каждой э, финансы есть отчетность. Вот столько-то зашло, столько-то купил FPV, столько-то FPV вылетело, и под каждый вылет есть видео. Вот они поразили. К придраться тут не к чему, то есть тут все прозрачно. І, зрозуміло. І тоді люди вірять, і тогда люди дають дії. Попросимо Роберта з тобою розмістити серед його аудиторії наше відео, щоб він теж популяризував технології. Що він, до речі, робить дуже активно, і це дуже класно. скриптам питання. Дивись, якщо людина хоче зрозуміти топ-3 пріоритетів, Ой. куди витратити свою тисячу чи дві, чи п'ять тисяч гривень. Назови топ-3, на что людина мало бы за задонатить. Ну, в первую очередь, это опять FPV. Но я говорю о том, что надо донатить тем, в ком ты уверен. То есть я рассказывал, что статистика успешного в FPV, она разная. Есть подразделы, у которых 60% эффективности, а есть у которых 5%. То есть надо давать тем людям, кто умеет летать, самое главное, кто не потратит это FPV зря, надо покупать те FPV, которые качественные, проверенные, что это FPV не упал по дороге до, ну, там, во время полета. Да? Но FPV для нас это актуальная тема по всем фронтам. Все просят только этого. Второе, то, что все просят, это источники РЭП, защиты РЭБа. То есть нет ни одного подразделения на фронте, которое подказалось от антидрон-дружья. Никого нет. То есть и у нас насыщенность вот этим малым рэбом, на буквально единицы процентов вообще от всего, что потребно. То есть там не паханный край. Поэтому я бы просил, вот, давайте сюда. Не там, не в одежду, не в продукты. Вот, поверьте мне, я бываю на фронтах, у нас, э, когда вам начинают рассказывать, что кто-то там голодает, у кого-то нет одежды, и на это собирать деньги, не верьте. У нас э, очень качественно и хорошо снабжаются наши ребята военные, то есть, если где-то есть какие-то точечные проблемы, это проблемы командира педроздела, который не может наладить... Взаимодействие. Дроны, РЭП, еще что? Как элемент э, РР это системы выявления тех же БПЛА, то есть анализ этих БПЛА. Ну, для простого человека сложно понять, что это такое, какие это именно системы, для чего они предназначены, потому что ну, рэп это понятно, да, зачем используется, что такое FPV, тоже понятно. То есть я бы, например, делал донаты и это именно в это направление, в два. Супер, принято. Друзья, дякую за вашу увагу. Вот так мы и записали пилотный выпуск. Надеюсь, он станет историчным и только стартом до того, чтобы популяризувати військові технологии в нашей стране. І перетворювати технології на хіт на рок-концерті, на блокбастер, на бестселер. Тому що це єдине, на що ми зараз можемо всерйоз вплинути. Зброю ми можемо адвокувати, f 16 ми швидко не складемо. Хаймарси чи Петріоти теж. А от створити свої технології і цими технологіями захистити своїх людей ми можемо. Я запрошую вас підписуватись на канал Сергія. Дякую. він справді пише цікаво про технології. Він активно аналізує ворога. На наші канали розвідка ворога в телеграмі Вікторі Дронс. Там є можливості бачити те, що відбувається в плані технологій і у нас, і у них, і проходити безкоштовну підготовку. Власне, звичайно, підпишіться і на цей канал, тому що цей канал якраз і буде місцем, де ми будемо запрошувати фахівців. Розмовляти із Сергій тут не вперше. Він тут вперше, але не в останнє. Не останнє, так, так. От. І останнє, що маємо сказати всім: воюємо і перемагаємо технологіями, а не людьми. Слава Україні! Ярослав. Дякую! Дякую тобі.